Итак, друзья, я готов. Они тоже, судя по всему, готовы. Знаете, как говорят, вот это охота. Царь когда, кушать когда, желает. Когда дыши охота, и им охота. Ага. Первый ужин, дорогие друзья, в этом отеле. Нормальный. Целый день не жрачи. Ага. Все. Да. Торжественно встречая дорогих гостей. Изголодавшихся. Ага. Ага. Вот так нас приветствуют. Все. Привет. Как? Ага, привет. Супер. Супер. Да. Ну мы же голодные, когда уже? Наконец-то. Кушать, 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 кушать. Ладно, подождем. Так и быть. Уговорим. Дорогие друзья, все с улыбочкой, все с хорошим настроением. Ну, как может быть под такую... И вот это показал? Под издевательство. Под такую встречу плохой... Итак, расписание ресторана. Смотрим. Открыли, ладно. А, нет. Итак, мы опять смотрим. Ты же переводи, завтрак. Поздний завтрак. Так. Обед, ужин, ночной суп, ранний завтрак, 02:00-06:00. С 2 часов ночи начинается ранний завтрак? Ага. Помогите, пожалуйста. Да. Попроси, чтобы они брали денег. А есть у них перерыв на обед или нет? Ну вот. Не на обед. С 6 до 7 утра. С 6 до 7 утра, дорогие друзья, у них перерыв на обед. Ага. Сейчас подтягивается. Они сейчас строим ходить будут? Директор ресторана, да. Подтягивается директор. Так. Чтобы это все значило. Ага. Всю процедуру вам показываем, дорогие друзья. От самого начала встречи. Угу. Подтягивается руководство. Все должно быть на высшем уровне. Покажи, как это. Все. Ага. Девочки. Звезда. Еще одна звездочка Ютуба. Еще одна звездочка. И еще одна звездочка. Ну, это созвездие. А там. Так, наши. Вот так встречают других гостей в Турции. В отеле 5 звезд. Босфор Саргун. На каждый прием пищи. Они еще и просят, что ли? Ну да. Всего пле, дорогие гости, всего пле. Они что, по-нашему совсем не понимают? Все подтягиваются, все. Дорогие друзья, обзор того, чем будут кормить, мы сделаем отдельно и попозже. Честное слово. Сейчас мы просто это начало процедуры. Так пока все целое, пройдись. Ну как пойди? Сейчас накинутся все голодные. Вы видели сзади, что творится? Там уже меня. Там немного, человек 50. Ага. О, все. Самый торжественный момент. Ох, мы первые, дорогие друзья. Мы первые. Ага. Вы видите, как все улыбаются, как все нас встречают. Я пока не знаю, где что. Я просто бегу быстренько. Помедленнее еще? Не, помедленнее тоже получится очень скомканно. Глянем на эти произведения искусства. Да. Ну, я не знаю,
сколько нужно времени потратить только на то, чтобы вырезать вот это. Так, народ ломанулся. Я рискую остаться голодным, дорогие друзья. Поэтому, наверное, мы прервем время на наш репортаж. Тут не то, что съесть, тут даже попробовать все, и то вряд ли получится. Да. Нет, точно нужно останавливаться. Тут одних каких-то специй тут миллион. Ага. О, все на пару, все с пылу, с жару. Народ ломанулся. Да. Я смотрю, видоискатель. А он запахи камера не передает. Ну, это все. Пиши свет. Для женщин это неделя. Это набор веса. Катастрофически. Угу. Да. Ладненько. Угу. Народ уже одичавший, заголодавший. Да. Все накинулись на клубни, как мне это делается. Да. Ладненько, дорогие друзья, мы тоже включаемся вообще безумие. Все, заканчиваем репортаж. Клубники на всех может не хватить, я так понимаю.